Привитос Амигос. В этом году как-то редко выходят какие-то новинки, но это одна из них. Игра Warhammer End Times Vermintide, если я правильно произношу это название. Значит, первый вопрос, который у меня возникает, когда я слышу название игры Warhammer, я сразу задаюсь вопросом, это тот Warhammer или не тот? Но учитывая, что даже Warhammer, который тот, он же Warhammer 40 тысяч, давно уже не тот. Ну да, бредово получается. В смысле, что была такая игра Warhammer 40 тысяч, довольно неплохая стратежка, в нее по сетке было прикольно порубаться, но потом ее изговняли и превратили в какую-то херню. Значит, этот Warhammer к вселенной Warhammer 40 тысяч не имеет никакого отношения, но просто названием похож. Значит, вначале показывали какую-то заставку, это довольно неплохо нарисованный мультик. К сожалению, с просадками FPS до 10 кадров, поэтому я не стал его показывать, потому что, ну, все-таки мы на этом канале собираемся для того, чтобы игры поглядеть, а не заставки позаценивать. Итак, ладно. Немножко напоминает Диабло. Вообще-то, кстати, я выбирал русский язык, но, конечно же, все через жопу. И русский язык куда-то пропал. Значит, Виктор Сайлспур. Сайлспур. Ну, это какой-то местный Иван Хельсинг, короче. Кирилман, это лучник. Гном, которым я все равно не буду играть. Бардин Гриксон. Гном еще и еврей, ну вообще офигеть. Сиена Фуегонзачо. Фуегоназус, блин. Визард, магичка. Ну и Д'Артаньян, конечно. Даже не знаю, демонологом играть или магичкой. Ну, наверное, демонологом, потому что он здесь, ну, навскидку самый крутой. Ништяк. Пишут, что игра хреново оптимизирована, поэтому я не стал включать настройки графики ультра. Они мне по умолчанию на моей 970-й печке настроились на высокие. Думаю, ну пусть высокие и будут. Так, у меня есть пистолет, в котором... О, у меня два пистолета даже есть при желании. Выбрать миссию. По-моему, я про эту игру трейлер видел. Так, минуточку, а точно русский не включить? Да, русский включается типа где-то в лаунчере, но в лаунчере, видимо, включается русский язык лаунчера, потому что, ну, в лаунчере все было на русском, вообще все было на русском, пока игра не запустилась. Кто бы мог подумать. Так, значит, здесь надо выбрать миссию. Difficult. Не, ну явно не хард. Пати, не пати, плей. Ага. Игра происходит на стимовских серверах. Если вы, конечно, купили лицуху, если вы скачали пиратку, все равно она будет работать только в стиме, но вы будете играть по ходу в гордое жало. Prepare yourself, motherfucker. Многие в комментах пишут, что не ожидал, но игра затянула, то есть я вошел, купил лицуху, ну, знаем мы этих людей, которых их любая игра затягивает, в общем-то, игроманы, что с ним взять. Поэтому, если кто-то в комментах написал, что, о, игра за избыс, игра затянула, это не факт, что игра нормальная. Все-таки надеюсь, что... О, ты запустился наконец-то бой. А это гном тут маячит. Да, чувствительность мышки надо бы поднять, наверное. Ну, графика такая, типа, слегонца подмыленная. Не знаю, почему пишут, что она плохо и как-то оптимизирована. Что тут вообще может лагать? Приступаем, сука, к битве с полчищами крыс. Да, в заставке было нарисовано, что крысы в канализации сожрали нормальных крыс, вот такие мутировавшие крысы, и захватили типа город. И, видимо, в этой игре вся суть это вырубать полчища этих человекоподобных крыс. Которые цитируют мясника из Diablo 1 и говорят свежее мясо. А вот наша лучница, оказывается, смотрите, сиськи там так сразу ты не разглядишь. Но если присмотреться, узнать не бабу все-таки можно.
Значит, это такой, походу, как я понимаю, рукопашный Left 4 Dead, да? Вот двоих наших уже сложили, их надо, видимо, резнуть. Или они сейчас будут в сортире там стучать. Опа, 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 что началось-то? Так, наша мадам стоит в эпичной позе. Да, это крыса-пулеметчик. Глаза меня не обманывают. Обратите внимание на скорострельность кремниевых пистолетов. Видимо, наш главный герой, он четырехрукий, как Горро. И там второй парой рук еще пистолета перезаряжает. Я просто не знаю, что за дьявольская скорострельность. Если вы хотели сделать скорострельные пистолеты, вы бы сделали их лучше револьверами, блин. А то борода какая-то выходит. Ёб твою мать, сколько их здесь. Да, до чего же интересно рубиться здесь в этой рукопашной драке с видом из глаз. Какой накал, прям... Прям как Будённый, сука, врезался с шашкой на голову в строй этих, с кем он там воевал, с белогвардейцев. Давай, Красная Армия, херачих! Обалденно! Ох, экшен, ух, драйв, прям чувствую, игра затягивает. Ох, меня уже затянуло по самую задницу. Все, сейчас выйду лицензию, куплю, бля, будем с друзьями вот так вот нахуй мышкой кликать нахер, вот так в пачки всех складывать, ёптать. Это что за хуйня? Стреляй, Глеб Егорыч, уйдет же! Там еще вон, что происходит? Они почему они по небу бегают? Эта крыса была хорошая, она отправилась в рай. Тут под конец графика выдает какой-то сочный вид из-под текстур, и начинается загрузка. Да, потрясающе. А это меня, короче, хост дисконнектнул, но сейчас вроде должна другая миссия запуститься, как я понимаю. А может и то же самое. Она вроде вообще одна открыта. Тут на выбор она вообще одна. Да, это то же самое. Но я вангую этой игре большое будущее. Я вижу уже, что как в чатах локальных будут писать: пацаны, Go Warhammer я создал. Сейчас давайте по-быстренькому туда рашну. Вообще мне... А, тут даже нету раша. В смысле, тут нету ускорения на shift. О, смотрите, я с каким-то чуваком играю. Он, Зион. Эти два бота, а Зион это игрок. То есть можно и в пиратку играть на серваках. Но это мощно, мощно. Но они будут дисконнектить. Вообще, мне вот этот файтинг напоминает, знаете, когда в Left 4 Dead возьмешь сковородку и начинаешь толпами зомбаков складывать. Ух, боевка, ох, могучая. Просто подходишь. Жалко, нельзя кнопку зажать и... А, тогда сильный удар наносит. А, интересно, зачем, если большинство крыс и так с одного удара складываются? Ну, вот здесь где-то стояла крыса-пулеметчик, это, наверное, местный босс. Херачи, ой, весело. Ты чё, мразь? А, он стреляет из пистолетов по очереди, но если зажать правую кнопку, он какой-то слоу-моушен активирует, что ли? Классно, вообще классно. Как они вообще догадались сделать таких врагов? Здоровских вообще, крыс. Единственная крыса, которую я видел, это учитель Спринтер, но он был хороший персонаж. Пацаны, за что? За что вы меня бросили? Крыса, она есть, крыса, напала со спины, сучара. Не знаю, где тут хилки, мне пофигу, я увлекся процессом резни. Ну, ёб твою медь. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Держимся вместе, держимся вместе. Такое ощущение, что за крысу тоже играет игрок. И он играет довольно неплохо. Как истинная крыса. Вон он, сука. Я угостил его картечью. Что происходит? А происходит то, что маги в этой игре нагибают, походу, очень явно. Как и в любой игре, в общем-то, где есть маги, там маги и нагибают. Я что-то не припоминаю игру, где были бы маги, и они бы не нагибали. Если вы такую знаете, я нет. Это пошло еще со времен осады на каком-нибудь Lineage или BFG, где какой-нибудь маг просто всех с пачками складывал своими массовыми ударами.
Так. Ну, в этот раз мы прошли немножко дальше. Здесь вот правдоподобный огонь на уровне... Я не знаю, пейнкиллера, наверное. Пейнкиллер. Вообще, да, это похоже на сетевой пейнкиллер. О, крысы-то не с одного убиваются, оказывается, если по башке не попасть. О, вот у меня аптечка была. Ну, как в Left 4 Dead. Каждому по одной аптечке и в путь дорогу. Но левка чем была прикольна? Левка была прикольна тем, что там... А, к нам еще один чувак. А, все, ботов нет. Я играю с пацанами с кем-то. Значит, левка была прикольна тем, что там за зомбаков можно было играть. То есть, одни погоняли за другими, потом другие за этими. Это было круто. А когда играешь только против крыс толпой, это, блядь, херня полная. Есть же... Есть уже на эту тему... Payday и второй, и первый. Да, ну насколько интересно играть, грабить банки в Payday, если каждый раз ты отстреливаешь тупых ботов? Да ни насколько. Поэтому там по три раза каждый банк ограбил в режиме мясорубки, потом те же банки ограбил еще три раза в режиме стелса, и можно игру удалять. Больше там делать нехер. Блять. Как тебе помочь-то, ёб твою мать? Ты днище, чувак, кикните его из нашей пачки, нахрен он нам нужен. Он слился, как рак. Вообще мид не затащил. А вот и крыса в доспехах, нифига. Пацаны, ресните кто-нибудь. Я ебу, Тима. Донна. Днища, вы меня просрали, как вы могли? Я думал, вы все в армате. О, еще одну. Хантер напал, смотрите. Тут даже, походу, некоторые перки у ботов совпадают с левкой. То есть там также хантер атакует, и здесь также какая-то крыса налетает. А вот хуентики тебе, блядь. Хитрожопый. Дайте хилку. 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 На какой тут, блядь, чат голосовой? Да кто это делает? Какой, блядь, мудила? Опять этот, сука, с кинжалами вавки стоит. Ну чё мы? Мы прошли это дерьмо? Я даже не понимаю, вот в Left 4 Dead была шкала, допустим, сколько еще идти. Там понятно было, куда идти, а здесь мы просто ходим и складываем пачками крыс. Fuck you. Вот это, сука, опасная мышь, ее лучше, блядь, из пистолетов расстрелять. А у этого с молоточком на вторую кнопку интересно, что? Давайте проголосуем за кик. Кикнем нахрен вот этого злона. Что-то он тупит. О. Вот ушканчик, смотри, сука, блядь. Борис, что ты здесь делаешь? Да, что-то мне этот со шпагой не очень нравится, как он. Фуфломициновый. О, как она бежит на месте. Так даже Майкл Джексон не умел. Смотрите, она что, бессмертная, блядь? Что, что за хуйня? Я ее столько раз пырнул. Она продолжает. Он, бег на месте, делай как я, делай как я. Фитнес. Да, какая-то хрень. Происходит полная вакханалия просто. А у магички магия, походу, ровно одна, да? Фаерболы. И этот конкистадор с молотком вообще... Блять, я ее замочил наконец-то, вот тварь. Мне кажется, эту крысу надо было толпой мочить. Сука, медикаменту дайте, блять. А, я взял. Ваше здоровье, пацаны. Да ёб твою мать, что ж тут никто не прикрывает-то вообще? Здесь это не принято, наверное. Пошли за мной, щеглы. Сюрприз, мазафака. Надо блоком почаще пользоваться. О, тут еще и толчок есть. Мимо. Хотя попал. То есть разброса у прицела нету, один хрен умудрился мимо стрельнуть. А ФКшника до сих пор не нашли и не сожрали. Че, бочки-то не взрываются? Ёб твою мать. Что-то я, походу, зря сюда залез. А,
Я, наверное, не танком играю просто, поэтому что-то я дамаг вообще не держу. А, надо бочки носить. Это напоминает мне миссию, где надо было носить бензин к машине в левке. То есть это рукопашный Left 4 Dead. И если кого-то эта игра затягивает, по их словам, то они просто не играли в левку. Блять, пацаны, Хантер напал. Ну чё за команда? Ядрёная прессатижа, бля. Да, чуваки. Вы на редкость бесполезны. Это надо было не мне такой ник брать, а вам. Я думаю, что имеет смысл пойти посмотреть мага, потому что вот этот воин явно ни о чем. Все-таки нашел в лаунчере, да, и правда меняется язык. То, что лаунчер у вас на русском, не значит, что игра на русском будет тоже. Вот, запустил с ботами, но успел какой-то чувак подключиться. Хотя я считаю, что с ботами сейчас здесь играть лучше, чем с... Ну, русский язык, но, естественно, на субтитры он не распространяется. Значит, я выбрал магичку. И в чем разница между магичкой и моим предыдущим демонологом? В том, что вместо пистолетов она стреляет факелом. И патроны вроде как не ограничены, но наверняка есть какая-нибудь мана или что-то вроде того. То есть, по сути, выбор специальности здесь получается, что... означает только то, что какое у вас будет вторичное оружие. То есть, пистолет ли это будет, факел ли это будет. У воина с молотком, может, это какой-то арбалет. Не знаю, более ли бронированная магичка. То есть, более ли бронированный воин по сравнению с магами. Это все непонятно. И хрен я вообще это, видимо, пойму. Во всяком случае, описания классов какого-то здесь нет. Но магичка довольно неплохо пуляется огнем. Куда лучше она дамажит, чем этот чувак с пистолетами. Как-то у нее и фаербол, точнее, уж если попадет, то попадет. У нее сильный удар — это матросский замах. Если будет шуметь или слишком близко, вас заметят. Ой, какая печаль. То есть у того с рапирой был выпад, а у этого... А как бомбу бросить? Блять, ну посмотрите, он просто подходит, цепляет, бот бежит следом, пытается что-то сделать. Естественно, ничего он сделать не может. Есть еще разрывной фаербол, если посильнее. То есть у того с пистолетами был беглый огонь, а у этой нормальный такой фаерболдер можно кинуть. В общем-то, неплохая, конечно, тут так-то... Ну, графоний такой, по современным меркам, средненький довольно. Я не графодрочер, в принципе, здесь смотрится все так. Ну, глаза не режет, и ладно. Я считаю. Тем более для мультиплеерной этой игры. Графика здесь обгоняет уже левку, и ладно. То есть, левка-то уже устарела, хрен ли там. Сколько она, лет 5 назад вышла, наверное, вторая. Вот опять, естественно, человек, который играет за бота, который успел подключиться, стоит, нихуя не делает в АФК. Обожаю этих игроков. Ну, то есть... Геймплей такой, конечно, складываем пачками, короче, крыс. При помощи разных пушек. А вот еще какой-то чувак зашел и сразу сходу отстал. Сейчас его зацепит крыса и утащит на этой палке. Кинем ему фаербол помощи. Ну, кому... Вот кого может зацепить эта игра? Ну, я не знаю. Тех, кто любит игры такого плана командные, да? Кому надоела левка? Кому надоел Killing Floor? Кому надоел Payday? Кому надоело еще там что-то такое выходило? Вот, тоже, по-моему, про зомби рукопашное. Или выйдет еще. Я вот про эту игру даже анонса никакого не видел, блин, честно говоря. Вроде как... В принципе, я догадываюсь, почему. О, блядь. Ну, все, началось опять. Где команда у нас? Ёпта, мы вообще команда или что? Ну, команда, как водится, тупи, тормози. Вот она, они все там. Хотя идти нам надо сюда. Что они там стоят, делают? Я в упор не въебу.
Я бы хотел, на самом деле, лучше играть в офлайне с ботами, я повторюсь, потому что бот хотя бы за мной бегает. Что делают те два персонажа, я не знаю. А, это причем, смотрите, крыса-легионер напала. Ну, бот меня, наверное, уже не подымет, да? Да, ему просто не дали. Понятно. Этим чувакам, понимаете, им просто невдомёк, что я-то здесь всегда хастую, я создаю игру, чтобы не ждать, пока поиск ее найдет. То есть они ко мне подключаются, я погибаю, естественно, я делаю распуск группы, и мы все выходим обратно в лобби. Мелочь, а приятно. Так, на этот раз я попробую поиграть чуваком с молоточком. Слушайте, вообще в левку я не помню, чтобы я не мог пройти первый уровень. Там как-то не было такого количества отборных дебилов в команде. Значит, у чувака с молотом, хотя он в лобби выбирается с мечом, стоит здесь. У него есть, короче, переносная пушка с собой, да? Насколько я понимаю. И он весь такой бронированный, то есть я смогу танковать. Очень долгие у него удары. Богатырский замах у него. Горизонтальный. То есть сметет нескольких врагов за раз. Просто капец. Даже первую комнату не пройти. Ну что за люди, ёб твою мать. Вот смотрите, боты. Боты уже здесь. С ботами я уже сюда дошел. С игроками я... Ну, первый день, скажете вы, игра доступна. Бля, левка тоже я в нее с первого дня играл. Я таких... Говорю, я такого там не видел. Может, она была интуитивно понятней? Ну, я не знаю, до левки вообще таких игр не было. Поэтому с какого хрена она должна быть интуитивно понятней? Все, все, раскидали эту комнату, идем дальше. Я не знаю, в чем проблема, блядь, у этих людей была? В чем? Что им мешало пройти-то? А, кувалда ваншотит крыс. Мимо кассы. Знаете, лучше бы Звездные войны были вот в такого формата, а не батл, ну, Battlefront, вот тоже, что надо играть за повстанцев против штурмовиков, против штурмовиков за повстанцев. Проходить вот так вот уровни. Отстреливая врагов, там, с джедаями там сражаться. Хрень ли они опять сделали свою батлу какую-то недоделанную. Зелья дают разные полезные эффекты. Но у меня эффект кулака, он какой-то, я не знаю. Зелье Дуни кулаковой, наверное, выпало. Ну и я так понимаю, что она усиливает атаки физически просто. О, Боря. Завалить, что ли, свинью? Странно. Я заметил, что участились случаи, когда в играх боты играют лучше людей. Комьюнити World of Tanks, наверное, пришлось. Уже и сюда добралось. Богатырский замах. Ага, опять этот... Это крыса. А, это ружье у меня. Это не пушка, это ружье, что ли? Так, а на правую кнопку, если я нажму, что будет? А, удар прикладом. Понятно. Friendly fire нет, может он где-то включается на сложности. Блять, их вдвое пришло, что ли? Хочу заметить, что боты среагировали моментально и меня задефили. А, уже один игрок подключился, наши шансы на победу тают. Ну откуда он нападает, блять? Он что, невидимый, что ли? Я не понимаю. Да, он просто исчезает и наваливается откуда-то сзади. Ну, где он? О. Он играет как игрок. Если это бот, то он очень сильный, я хочу заметить, бот. Здесь игра какая-то, видимо, очень командная прям.
Ну чё, он там все? Да нет, он за нами просто там крадется, видимо. Какими-то окольными тропами. Еще писали, что они на звук прибегают, то есть на мои выстрелы получается, да? А у магички магия как, шумная считается или нет? Не знаю, можно ли играть одинаковыми героями в бою, но я такого пока еще не видел. Вроде как разные заходят. Надо где-то хилочку найти. Как мне кажется, здесь хилка это просто раритетная ред. О, блядь. Крыса-пулеметчик это сильно. Так, у меня кончились боеприпасы. Как мы будем штурмовать этого черта с пулеметом? Бот предлагает туда вообще не идти. Ну, у лучника понятно, что тоже, как бы, лук это будет вторичное оружие, а так он будет с саблей у лучницы. Она говорит по флангу его обойти, но я сомневаюсь, что здесь это выполнимо. Аптечку. О. О, себя можно полечить. Лефтводетовская аптечка, которая позволяет лечить или себя, или союзника. А зелье только на себя получается. Так, хорошо. Вот еще один чувак подключился. Big Bad Wolf. Очень классно. Рандольфштрассе. Мы где-то в Германии. Еще здесь нет мини-карты, поэтому постоянно мы друг друга из виду теряем. Не помню, была ли мини-карта. О, еще пулеметчик бежит. И еще кто-то. А, маг. Крыса-маг. Маги, видимо, такие же классы, как и... В смысле, у крыс тоже есть классы. Есть крыса-маг, есть крыса-разбойник. Пулеметная крыса. А вот эта мышь, которую я молотком охаживаю, это, наверное, аналог плевальщицы все-таки, а не блевуна. Но я его вроде вальнул. Надо поднять чувака, надо поднять. О, он сдох. Но у него осталась хилка, которую я приватизирую, пожалуй. Я же самый важный член команды. Так, с кем она тут? Ёб твою мать. Ну, это танк, это танк. То есть тут, блядь, настолько Ctrl-C, Ctrl-V, что даже... Ну, я уже сказал, Хантер это Хантер, Блевун это вот этот маг зеленый, который туман пускает. А это танк, которого нам нечем бить. Только мне интересно, можно ли здесь играть за крысиную гвардию или нет? Пацаны, я парик веду. О, что это такое? Хилка. Дай, блядь, завязать жопу. Да, сука. А как его поджечь-то? Тут есть коктейли Молотова? Да. Хренолотова здесь есть. Ох, блядь. Ай, отлично. Ну, вообще по красоте. Ну, вот играл с ботами, горе не знал. Зашли люди, и мы просрали. Ёб твою мать. Сука, какая хардкорная игра. Люди в нее за мобов не играют, она и так сложная. Видимо. Ну, короче, что можно сказать? В принципе, в эту игру можно поиграть пару деньков с друзьями по сеточке. Но, как бы... Блин, еще бы хотелось бы... Интересно, тут вообще можно персонажей как-то, может, прокачивать? Или для чего там такое лобби, где стол стоит? Чтобы что? Чтобы ничего? Я попытался к бармену подойти, но ничего не происходит, как бы. Вот, пару деньков с друзьями там, ну, я думаю, что, в принципе, разыграться и пройти всю игру можно за несколько вечеров. Но, как бы, игра не производит того впечатления, которое производил в свое время Left 4 Dead. В основном потому, что все здесь вторично. Все это уже где-то видел. И еще и там и повеселее было, потому что за зомбаков можно было играть. Вот,
А тут просто крошишь этих крыс и крошишь. О, что это такое? Подбирай трофейную игральную кость. И что мне с ней делать? О, хиллерсная пачка. Я думаю, она более полезна, и можно кого-то другого вылечить, а не только себя. Вот. Но, тем более, в эту игру можно поиграть за бесплатно. Скачав репак, также через стимовские серваки. Пока что возможность есть, они пока не отслеживают, не банят. Пользуйтесь. Может, вам игра больше, чем мне понравится, кто знает. Ну, как по мне, так это вторсырье полное. На пару вечеров, не больше, поэтому я бы покупать ее явно не стал. То есть можно было все это сделать как поинтересней. Я начинаю понимать, почему в каждый бой первым делом ко мне заходит разбойник. Потому что разбойников больше всего, у него самая быстрая скорость атаки, высокая подвижность. Разбойница. Мне кажется, она явно нагибает и доминирует. Ну, может, еще гном ничего, но за гном я не играл. Плюс у разбойника очень много стрел, 65 стрел для лука, а у этого чувака с пистолетами и половины этого запаса нет, как у чувака с дробовиком. Посмотрите, с какой скоростью лучник выпускает стрелы. Да, нихера не вижу. Нагло заюзаю аптечку. Да, лучник просто имба. Поросячья яма. Другой вопрос, что стрелы-то не вечные. Но развалить пару пачек за бой можно. Плюс со временем вы запомните, где что лежит, где есть сундуки, где можно найти новые стрелы и аптечки. Да, слушайте, имбалансный вообще. Опа, пошли в жопу. А, я не успел. Сука. А, это зелье скорости было. О. Конфисковано. Еще одна. Лечебные припасы. Лечебные припасы. Что же вы за тормоза-то такие? Сука. Что ж вы, блядь. И от меня убегают. Ёб твою маму, делал я, а? Дожди. Да, и да пошли вы нахуй. Я хотел полечить его и подхватить аптечку, но поскольку здесь нету скорости бега, мне просто его не догнать. Да. Ну, первый день там вроде в игру люди играют, тормозят как могут, изо всех сил, то есть. В левке бы, конечно, такой херни не было, чтобы... О! Нахер ты их привлек, ёб твою мать же! По стелсу мы не проходим. А, пошли-ка мы в атаку. Ну-ка, рубай, блядь. Да. Зелье скорости не значит бессмертие, я уже понял. Но это зелье скорости, это, опять же, аналог шприца из левки. Ширка, она же. Гном опять стоит в АФКшке. Вот он догадался личкануться все-таки. Зачем-то мы развалили эту пачку крыс. За это ничего, естественно, не получили. Пустых сундуков тут, конечно, вообще прорва в этой игре. А, на правую кнопку прицел из лука. Понятно, почему стрелы и патроны в этой игре ограничены, потому что если перевести игру полностью в дальний бой, да, никто вообще бы здесь кинжалами этими не размахивал. Так, опять идет это. Упырина гребаная. Сука, кончилось. Я его в жало удел. Ну чё, чтобы поднять фолиант. И что это? А, это предмет для прохождения, видимо. Или какой-то коллекционный. Но вы же видите, что ему помощь нужна. Но чё вы, блядь, рядом со мной носитесь?
Боже мой. А у меня стрел нету. Бля, жопа гномику, мне кажется. О, нихера его. На кол посадили. А это что мы не смотрим? Вообще-то патроны. Надо хилку найти чувакам этим. Вот сука. Чё за фолиант? Может он всех залечит? Да, лечит, смотри. Или чё, или мне показалось. Наверное, он дамажит. Надо на врагов попробовать юзнуть. Ну, сейчас какой-нибудь выйдет злобный моб. Попробую фолиантнуть на него. Можно играть на геймпаде, но что-то не хочется пробовать. Ладно, я думаю, самое время для фолианта. Да, стрелы не проходят, видимо, сквозь тело союзника. Где-то там, ёб твою мать. А, заебись, ну отлично. Это, я так понимаю, местный аналог Жакея. Который языком хватает. Ай, пизда там, блядь, отлично, короче. Я не знаю. Нет, в эту игру надо играть чисто со своими знакомыми, чисто по скайпу. Потому что без постоянной связи здесь пройти будет довольно сложно. Ибо сейчас очень много днищ, очень много раков. Никто не смотрит по сторонам, не видит, кому нужна помощь. Я в том числе. Наверное, я... Ну, видите, да, что в этом бою я, по крайней мере, нарубил больше всего. Иди сюда, урон. Да, я крысил аптечки бессовестно, возможно, не лучше всего играл. Но игра, в общем, такая. Она не так и плохая. В нее пару вечеров с корешами поиграть можно, в общем-то. Но покупать бы лично я ее не стал. На этом, в общем-то, можно и закончить. Так что, что-нибудь пишите, что-нибудь там жмите.